think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня наконец-таки будет обновление, и на тайванском форуме предварительно написали первые возможности героев, будет новый талант. Сейчас я постараюсь вам перевести, рассказать это все. В общем, обновление 1.8.3, тайванская версия будет сегодня, 5 часов будет длиться. 800 кристаллов вам дадут, ну, драгоценных камней. Поехали. Два новых героя, я вам их показывал. Ну, все как обычно, ничего удивительного, то есть все как всегда. Может, у нас уже обновилось, но вряд ли оно обновилось. В общем, два героя и плюс питомец, я вам показывал, пока ничего нету написано. Сейчас еще раз запустим. Написано, что сегодня, 19-го. Такс, где там оно? Обломано в 10.00. 19-го день. Тогда сервер будет установлен на 5 часов. После открытия будет начислено 800 драгоценных камней. Но у меня еще эта старая версия стоит. Я не знаю, что это такое. В общем, ладно, поехали. Будем смотреть. Первое. Новый герой Меха-самурай. Я вам его показывал, он такой большой. Ну, в общем, я думаю, те, кто следят, те уже знают. Может, обновление уже было. Забежим. Play Market глянем. А, давайте сейчас забежим сюда. Castle. Castle Clash. Вот есть. Видите. 18 марта 2020. Сейчас обновим, посмотрим. Такс. Поехали, пока будем по описанию разбираться. Когда герой атакует, активирует умение, он уменьшает силу атаки. Определенное количество целей, парализует. Ну, все стандартно в последних героях. Вражеские цели вокруг него получают определенное количество урона. Урон превращается в отхил. Имеет иммунитет к молчанке, и каждый урон уменьшается. Иммунитет к крит-удару. Ну, то есть высокий уровень крит-удара. То есть будет критовать. Ну, интересно, интересно. Так, пока качается, я не знаю, это оно, не оно. Дальше. Второй герой, это у нас, насколько я понял, девушка, которую показывал, это Плющ. Пламенный герой зала пламени, зеленый Плющ. Наносит урон вражеским целям по прямой линии, то есть бьет по прямой, получает X-крит урона. Открыт удара. Урон открыт удара увеличивается. Невосприимчивый. Молчанки тоже молчанка. Превращается в здоровье. То есть весь дамаг превращается в здоровье. Что-то у них в последнее время все тоже в одно и то же превращается. Ну, в общем, такое. Не знаю. Специфики какой-то я не вижу в героях. Непонятно, какой из них будет. По-любому какой-то будет донатный, какой-то бездонатный. Увеличивает силу атаки. Новый талант. Так, как оно его переводит? Огонь нова.
не знаю, как будет переведено, увеличивает силу атаки, при атаке наносит урон всем вражеским целям. Рассеивает статус усиления. Не обращайте внимания на эффект таланта затворника, может затворник дисперсного состояния, время охлаждения. Ну, в общем, какой-то талант опять на дамах. Супер питомец, написали вчера в телеграм-канале, Кицуны будет называться. А когда герой атакован, как и все вокруг себя, все герои восстанавливают урон от атаки своего питомца и исцеливают свое исцеление, получают от хил. Увеличивает силу атаки, наносит урон, повышает... Так, улучшает здоровье. Ну, не знаю. Ну, как обычно, вы знаете, супер пэты на сегодня... Блин, долго качается. Очень крутая тема. Кицуны увеличивает уклон героев. Ну, прикольненько, что я могу сказать. Усиление, по сути, уклонение. Так, два новых облика на героев. Меха Warrior и Пепел Голубого Дыхания. Ротанга, так переводится. Ну, это такое. Так, новая локация. Геймплей Альянса. Age of War. Часы будут работать определенные поздние. Не знаю, что это означает. Добавлено Lost Realm Boss. Добавлено еще, по сути, судя по всему, новый босс в королевской битве. Прикольненько. Ну и все вроде. Странно. Оптимизация интерфейса героя, оптимизация подсказок таланта, оптимизация части контента арены. Как-то странно. Ну вот я не знаю. Наверное, они основную ставку сделали на... Что-то долго так оно качает. Основную ставку они сделали все-таки на этот... на локацию. Не знаю, будет ли это интересным. Так, оно пока качает. Пробуем. Ну, качает, видите, у меня еще старая 1.8.2, это 1.8.3. Не знаю, вот честно скажу, не знаю, что ожидать от этой обновы. Ну, с 10 написано. Может уже обновление даже есть. Сейчас мы просто его инстальнем. Хотя так бы нас не пустило. В общем, блин. Посмотрим. Я могу сказать. Посмотрим, что это такое будет. Никаких багов, судя по всему, они не поменяли. Ничего не изменили. Соответственно, вы сами знаете, что это означает. Что... Они просто забивают хрен на то, что игроки просят, на то, что делается в игре. Они просто тупо штампуют обновление за обновлением, ничего при этом не меняя. В старых героях, в старых багах, в старых локациях. То есть мы движемся дальше, дальше, дальше. Все новое, новое, новое. А на то, что игра просто стала ни о чем, к сожалению... Ну, нету пока, видите, это обновление скачать. К сожалению, вот такие вот дела, ребят. Не знаю, что на это сказать. Печально. По поводу... Давайте на русский сервер. Открылась вроде у нас магическая... Это, конская лаборатория. Кодики вроде те же самые. Я еще не заходил, не бегал. Ребята писали, что открылось, но... Напишите в комментах, кто бегал, смотрел. Сейчас попробуем наш стандартный код. Ужас, дожились, нечего. Не могу ничего сделать. В общем, не знаю, насчет обновления, честно, я уже к битве замков так нейтрально отношусь. Не фанат такой, как был раньше, да, есть... Волшебная кузница.
Соединить. Да, 1500 пламени. КД точно такие же, как и на английском сервере я показывал. То есть один в один. Собери сам. Это поменяли, не поменяли. Вроде то же самое. Все. Добавили еще какие-то осколки. В общем, такие вот дела, ребят. Буду писать, посмотрим, что там будет по обновлению дальше. Не знаю, честно скажу, разочарован битвой замков давным-давно, думаю, как и многие из вас, потому что ни хрена не делается толкового для людей. Все, пишите комменты, ставьте лайки, я постараюсь вам записать видосики, если будет сегодня обновление. Всем удачи, всем пока.